Всем привет! Когда на катушке от триммера закончилась леска, ее нужно снять, разобрать, намотать леску, а затем собрать обратно. В общем, кто не знает, насколько это напряжно, смотрите. Как видите, это очень долго и неудобно, а сейчас я покажу способ, как можно намотать леску намного проще. По краям катушки есть две стрелочки, а на ее центральной части продольная линия. Эту линию нужно выставить напротив стрелочек. И теперь мы можем завести леску в катушку, не разбирая ее. Выравниваем концы, а дальше просто крутим центральную часть, и леска наматывается на катушку. Как видите, все очень просто и быстро, теперь можно ставить катушку обратно. Кто не знал такой способ, поставьте этому видео лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока!